Господа, всем привет! Вы на канале Свежак, и с вами, как всегда, Чернокнижный с очередной дозой лютейшего вселенского пиздеца. В начале нашего новостного выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала и ваши лайкосы. Понеслась. Пятый выпуск Свежака. С днищем! Скандировали собравшиеся белорусы усатому фельдмаршалу, который так и не вышел разделить со своими гражданами это торжественное событие. Свой 66-й день рождения обязуем... С днём рождения, крыса! С днём рождения, крыса! С днём рождения, крыса! С днём рождения, крыса! С днём рождения, Чтоб ты сдох! Усатый диктатор встретил в кругу самых близких. Самых близких вооруженных силовиков. Мне очень нужен револьвер, охранять тебя чувств, что испытывай. Трагическая ситуация с пьяным Ефремовым опять разрывает тренды интересного в социальных сетях. А Ефремов забрал свои слова обратно и утверждает, что он не помнит, кто был за рулем, и его съемочный день дорого стоит. Очевидно, марсиане управляли автомобилем. Злосчастный день. Невиновен. Ефремов, который месяц назад... Государь наградил Артемия Лебедева за заслуги перед Отечеством, но это не самое хуевое. Он пообещал батьке выручить свойским ОМОНом. Резерв сформирован. Попросил меня сформировать определенный резерв. Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, сформированный резерв использоваться не будет. Он не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами... определенных границ не приступят, просто к разбою, не начнут поджигать. В Хабаровске состоялся 50-й юбилейный протест. И нельзя сказать, что прыть хабаровчан как-то угасает. Мне кажется, что они всей России показывают делом и словом, что такое настоящий сплоченный народ. Мы, оказывается, потеряли Панина. Я случайно наткнулся на пост, где Панин хвастается ВНЖ в Испании, и в том посте еще прилагается несколько крепких фразеологизмов с похмелья. Я даже вчера по такому поводу напился. Не пил 2 месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен. Ура! Теряет матушка Россия своих сыновей знатных. Что я вам могу сказать? Лютый белорусский усатый пиздец продолжает набирать обороты. Белорусы через свои плакаты обратились к Илону Маску и попросили его подарить обезумевшему диктатору ракету. Наверное, чтобы он на ракете упиздил в другую галактику и начал там уже на старости разводить инопланетян. Надо сказать Маску, чтобы 2 места было в ракете, чтобы он нашего тоже захватил с собой и покорять космос. Вот такие лозунги скандировал народ. «С днем свержения тебя!» Пусть все наши пожелания Саши сбудутся. Такие, значит, пожелания, еще они весьма креативные ребята. Посмотрите на эти фото с инсталляцией унитаза с надписью «Саша, смывайся». Мне кажется, это очень символично. А про гроб так я вообще молчу. У нас на Урале предприниматели похоронили свой бизнес в гробу перед торговым центром. Помните, это было в разгар лютой пандемии. Не может, конечно, колючая проволока, которую усатый фельдмаршал обматывает Минск, он опять ведет себя как-то как гангстер, что ли, из GTA. Честно сказать, это смотрится очень смешно и глупо. Я вот повторюсь, нихуя ему колючая проволока, это уже не поможет. Не зря эту ситуацию с Ефремовым уже называют клоунадой, и про нее, если честно, даже как-то разговаривать противно. Все-таки Ефремов был одним из тех редких артистов, которые не лизали жопу верхушкам, которые легко высказывали свою точку зрения, но, блять, алкашка и руль — это несовместимые факты, после слияния которых происходит то, что мы называем трагедией. И вот этот цирк был, не был за рулем, я уже не помню, реально стирает последние дань уважения к заслуженному артисту. Еще что хочется сказать, вождение в нетрезвом виде, производит вот такую вот хуйню и драму. Это пиздец какой-то, нельзя. И он еще удивляется на видео, почему его 40 камер снимают, дескать, я не помню, было, не было. Да, он вину признавал. Ну, теперь видно, что-то произошло все-таки. Господин Ефремов осознал, что он хозяин слова, и он слово дал, а теперь может его забрать обратно.
Адвокат потерпевших растерянно спросил, как же так, вы же сами признавались и готовы были платить компенсации родственникам погибшего. Не компенсации, а помощь, парировал Пашаев. Ефремов никогда в полном объеме ничего не признавал. Если Ефремов хотел помогать пострадавшей стороне, это не обозначилось в чем-то. Просто с участием автомобиля было совершено ДТП. Он хотел помочь. Сейчас эксперты ждут, какие следующие шаги последуют от защиты Ефремова. Пока же ряд адвокатов уверены, Ефремов может быть невиновен только в том случае, если машиной управляли марсиане. Ну, значит, по поводу сформированного резерва, который ждет и использоваться не будет, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенные границы. Как-то так высказался Путин, и что тут можно сказать? Он помогает, чем может. Делится самым сокровенным, силовиками. По поводу экстремистских элементов, которые прикрываются политическими лозунгами, вот эта замечательная фотография народных блядь, творений. Инсталляция будущего, я бы сказал, которая ждет усатого диктатора, этот вселенский пиздец, даже инопланетяне заметили, мне кажется, они там тоже в ахуе. Маску уже нужно готовить ракету, а сопровождать до дверей его будет техасский рейнджер. Hi, Chuck Norris here. I want to say a few words to Sasha. Nicknamed Sasha 0% and Mr. Cockroach. You know that when I slice onions, onions cry. So if you don't stop what you are doing now, then I will come to one of your residences and make you cry. Хабаровск. Хабаровск показывает нам, что протесты могут быть мирными и с четко сформулированными требованиями. И чинуши уже не могут назвать эти требования популизмом, блядь, как это было с требованиями раздать деньги гражданам во время вынужденной самоизоляции. Когда, помните, у нас долги за ипотеку копились, потому что дома сидели, блядь, ЖКХ, просрочки по кредитам, блядь. Ну не все же имеют такую финансовую грамотность охуенную, что на полгода вперед бабок скопить. Я знаю, ты очень легко отвлекаешься. Но я хочу, чтобы ты сконцентрировался на мне. Сдохнут. Хуй там плавал, популизм. Я вот не понимаю, блядь, Шапошников, который, блядь, я не знаю, там, 2 ярда задекларировал официально, блядь, Володин, который не отстает. Они-то, блядь, ну, как бы получали свою зарплату во время, до, после. А какого хуя это все популизмом называется, когда кто-то просит поддержать народ, непонятно. Мы, оказывается, потеряли Панина. Я случайно наткнулся на пост, не знаю, насколько эта информация для тебя будет свежей, где Панин хвастается в ВНЖ в Испании. В этом посте я еще... Блять, в этом посте текст есть, где он с похмелья. Я даже вчера по такому случаю напился, не пил 2 месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Граница закрыта, но теперь я свободен. Ура! Теряет матушка России сыновей знатных, блядь, теряет. Ну, Панин, собственно, не скрывает, что он хотел давно уже нажать на педаль съебатора, а здесь только бабки зарабатывать, как он, собственно, и делает. Чувак честно, по крайней мере, признался, в отличие от верхушек, сидящих с двойными гражданствами, блядь, как тут, я не знаю, с двойными гражданствами, блядь, получающими какие-то баснословные бабки, завтирающие всякую, блядь, провластную пропаганду, бьющие себя в грудь патриотизма. Сейчас считаю, что этот вирус – это чудо чудесное. Но предпочитающие делать селфи на Лазурном берегу и нихуя не Крыма. Ситуация в Хабаровске. Ситуация в Хабаровске четко показывает, что люди... устали быть вечными донорами продажной гнилой системы. Мы ведь
созданные людьми с ограниченными ценностями. Я по-другому просто не могу, по-другому, блядь, я не могу выразиться. Но если ты думаешь, что у тебя совсем все хуево, то загляни к Любовь Соболь на страницу в Инстаграм или Твиттер. Она там скрины своего Сбера показала с отрицательным балансом карты в 24 миллиона. После увиденного тебе сразу станет легче, ты поймешь. Ипотека — это еще не самое хуевое, что может быть. После просмотра видео не забудь поставить лайк или дизлайк, если тебе так не понравилось. Ударить в колокол, чтобы не пропускать новые видосы, подписаться. Ну и, собственно, следующим выпуском порадую в субботу с самого отрица. Пятый выпуск «Свежака» закончился. А, чуть не забыл. Ну и не забудь, конечно, оставить комментарий под этим видео, что ты думаешь вообще о происходящей вселенской хуйне по поводу тех тем, которые сегодня, собственно, я обозначил. Может, у тебя есть свое личное мнение, не скрывай его, пиши в комментариях, хуярь, как нужно прям. Все, пока.